друзья мои. Привет, привет. Фух, опять дождик у нас. Опять вот так вот. Сейчас солнышко светит, это такое. Но все равно. Смотрите. Солнце светит и дождик капает. Вот. Так что, дорогие мои. А я иду, просто иду по лестнице. Иду я по лестнице. И думку. Когда туалет, это вам, дорогая, тебе там место. Понимаешь? Опять, да? 25. Вот смотрите, какая дорога у нас. Красивая дорога. Недавно сделали эти голуби. Ну, как всегда, без голубей никак. Тоже жрать хотят. Ой, господи. Господи, Иисусе. Ой, астма у меня. Астма, друзья. Цветочки, смотрите, какие красивые. Вот они, красивые. Я быстро иду, не останавливаюсь, господи. Ладно, друзья мои, потом включусь. Привет, друзья мои. Короче, сходил я в магазин. И что я купил вот в этом мешочке? Вот. Так, что я купил в этом мешочке? Сейчас покажу, друзья. Короче, купил я себе кофе. Что такое? Украинское кофе, Максим. Смотрите, 304 рубля. Вот такая в нашем магазине Мария. Потом купил вот такой вот майонезик Лука, тоже хороший, первый раз, вот такая вот, 22 рубля, это по акции, друзья, по акции. Вот. Дальше, что купил? Купил, конечно, ну, бывает у меня, если не хочется варить, я покупаю вот эту вот роллтон. Иногда вот можно покушать вот такую. Дальше. И, конечно же, друзья мои, конечно, я купил хлебушек. Хлебушек вот такой, классический, из смеси мук. Вот. Первого сорта. И, конечно же, Манечка. Вот она навсегда у меня тут, как всегда. Вот. Мне корм привезли. Потом посылку будем открывать. Вот. Все. Вот. Я за 350 рублей заплатил вот за это все. Вот. Я думаю, это не так уж, конечно. Да, Маня? Да? Кисочка, бузи-бузи-бузи, попрощайся с людьми. Да? Скажи, будем кушать и пить кофе. Да, кофе украинский, всем пока, да, так что, друзья мои, всем пока, девочки, мальчики, все, девочки, мы с вами будем потом посылку открывать, так что заходите в трансляцию, она начнется в 8:00 по таллинскому времени, то есть по эстонскому. Вот так вот, видите, такая красота. Вкусняшка, господи. Ладно, всем пока. Прощаюсь, прощаюсь. Кружка у меня чистая, друзья. Не обращайте на нее внимания. Это просто краски. Вот, все, ладно. Всем пока, пока-пока. До свидания, до свидания, до свидания. Юное создание. Маня, всем пока.